Старооскольский спортсмен Илья Пенкин стал лучшим на первенстве России по прыжкам на батуте в дисциплине «двойной мини-трамп». Еще двое воспитанников спортшколы «Виктория» Никита Моногаров и Никита Попов стали обладателями бронзовых медалей турнира. Соревнования прошли в Астрахани. Участие приняли 600 спортсменов из 35 регионов страны. Медали разыгрывались в трех дисциплинах – индивидуальные прыжки, прыжки на двойном мини-трампе и на акробатической дорожке. Возраст участников от 9 до 16 лет.